Второе задание. Второе задание с пробника. Во-первых, мы должны найти вектор А плюс Б. Получается, вектор А плюс Б у нас, ну, координаты просто складываем. Минус 4 плюс минус 1 – это минус 5. 8 плюс 4 – это 12. Чтобы найти длину вектора, мы берем в модуль и под корень х квадрат плюс y квадрат. То есть будет 25 плюс 144. Так, это же будет 169, то есть корень 169 – 13. Всем спасибо!